сорт перца хабанера манзана. Посмотрите, какой высокоурожайный сорт. Сколько на нем плодов. И этот сорт родом из Мексики. Высота растения может достигать от 40 сантиметров и до 90. Острота этого сорта от 300 до 350 тысяч скобелей. Срок созревания 100 дней. Это растение многолетнее. Его можно выращивать как на балконе, так можно выращивать в открытом грунте, либо в теплицах. Очень интересный, необычный сорт. Вкус плодов у него с фруктовым ароматом. Такие вот интересные плоды у него. Такие вот. Так, сейчас мы уберем солнце, потому что не видно. Вот такие вот красавцы. Тоже помятые. Тоже сорт высокоурожайный. Такие вот у него плодики. Очень, смотрите, сколько здесь плодов. Просто он сбитый. Сбитый весь в плодах. Весь, все залеплено, все облеплено. Такие вот интересные плоды. Очень много плодов. Вы можете выращивать его у себя на балконе. Кустик будет компактный. Это в пределах 40 сантиметров. Главное не делать ему сильно плодородную почву, чтобы он не рос вверх. И вы всегда будете с плодами, так как он многолетний. Видите, какие плоды интересные у него. Такой вот сорт красивый. Мексиканец. Так что выращивайте такие сорта хабанера у себя дома. Я надеюсь, они вам понравятся. Очень насыщенный вкус у него. И очень ароматный. Всем пока!